Всем привет, с вами Аня, и сегодня я хочу показать вам необычный и очень красивый эксперимент с красками. Я уже подготовила 10 литров краски разных цветов и небольшую конструкцию, на которую буду наливать краску. Ну что ж, давайте приступать и посмотрим, что у нас получится. Я буду по очереди наливать разные цвета, чтобы получилась красивая картинка. В начале эксперимента начал дуть очень сильный ветер и немного подпортил общую картину. Но я не сдалась и продолжила этот эксперимент. Друзья, получилось очень круто, даже лучше, чем я могла себе представить. И я хочу сказать вам, что это точно самый красивый эксперимент, который мне приходилось делать. Я еще раз попробую его повторить, но буду наливать краску немного по-другому. В этот раз рисунок получился другой, но тоже очень яркий и красивый. В общем, друзья, сегодняшним экспериментом я однозначно довольна. Все получилось очень круто и красиво. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, то обязательно поставьте лайк. Если вы захотите, чтобы я еще сняла видео с красками, то напишите в комментариях, и я для вас придумаю что-то интересное. А сейчас ваши комментарии с последнего выпуска. На этом наш эксперимент подходит к концу. Осталось только придумать, что со всем этим мне делать. А на сегодня все, и всем пока!